Спасибо, друзья, всем за поддержку. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Донаты также приветствуются. Буду вам очень и очень благодарен. Приветствуем снова Александра Гельмана, нашего легендарного соперника. Ну, давайте, да, побью все-таки тут. Слон b5. Так, здесь, да, здесь надо бить. Так, как тут играть, я уже не помню. Так, слон g5, наверное. Слон g5, и как-то можно просто пешкой полакомиться. Вроде как сюда. Угу. Так, так, c4. Конь e5. e5, так, так. Ладно, давайте конь d4 сыграем. Сюда, это жертва пешки, да, от Александра Гельмана. Ну ладно, давайте, давайте пешку все-таки. Давайте вот эту вот пешку заберу. И конь c6. И там чуть-чуть бахну еще на f6. Но все-таки пешка не орешка, будет лишняя. Так, слон f6. Ах, так, да. А потом будет пешка g5. Александр. Во как, оказывается, планирует сыграть. Маэстро. Так. Ну ладно. Ладно, берем тут. Там посмотрим. Что-то конь b4. Буду скидывать. Ну, в любом случае, мне кажется, это серьезное достаточно прослабление. Давайте так вот отдавать уже. На, опять конь d3 есть ход. Ну, либо конь d5. Да, здесь, конечно, возможна атака, но все-таки позиция короля раскрыта. Там ферзь f6 шаг где-то. Да, все-таки. Убирает Александр Гельман пешку назад. Так, конь c3. Конь c3, так, так. Так, b3. Крепкий ход. Ну, b3 не хочется. Хочется как-то централизоваться. Давайте так, и на ферзь b2, ферзь d4 как-то подкручу, что ли, чтобы напасть на достаточно неприятно на пешку f6. Ну, ферзь на b2 выключен из борьбы будет. Ферзь f3 есть ход. Ну, давайте так как-то сыграю. Здесь, конечно, связки-перевязки, но пешка на f6 все уже висит. Да, может, здесь непонятно, какой ладьей мне ходить. Непонятно, какой ходить ладьей. Так, либо той, либо этой. Ладно, давайте, может, вот этой ладьей. Чтобы иметь ход ладья b1. То есть висит пешкой, ну и на всякий случай ладья b1. Оставил себе ресурс. Так, ферзь f6. Да, там у меня могут быть проблемы, да? Ё-моё, проблемы. По линии С проблема. Ёшкин-кошкин. Да что ж ты сделал, Сережка? Да ё-моё, друзья. Это же ё-моё какое-то. Так, что я натворил? Думай, Сережка, думай. Так, так, шах, шах. Да слабая первая еще, самое главное. Где B1 нет хода, ладья C3 будет. Да ё-моё. Плохо дело, наверное. Так, так. Личного шаха тоже нет, он же убегает просто. Да, друзья. Ну ладно, надо отдавать. Так, так. Да. Ферзь c3. Ферзь c3 вечного шаха не будет, да? Он жертвует коня. Да ё-моё, ну что я напортачил так? Жертвует коня. Да, тут ферзь один побеждает. Так вот. Да, друзья, бездарно, бездарно я сыграл эту партию. Александр Гельман побеждает. Да, ферзь 1, и партия завершается. Да, глупо. Глупо я играл. У него атака. Ну ладно. Да, ферзь 1, я должен признать свое поражение. Нет, Александр Гельман почему-то не ходит. Так, и мы еще поборемся тогда. Тогда мы еще поборемся. Пешка за фигуру, конечно, мало, но бороться нужно.
Так, сюда ладья h8 грозит, да? Да, конечно, все равно печаль печальная. Но шанс у нас хороший на победу. Что ж такое? Вообще не сложилось. Это партия как-то. Правда, было же все хорошо, было все в порядке. Нормально же стоял. Вот с подсвязку эту стал. Че ты стал подсвязку, Сережка? Так, ладья g4. Что за ход? Что за ход, ладья g4? Жертвы нету. По-моему, есть жертва. Так, тут и шансы могут появиться. Если Александр Герман пару раз делает неточности, то могут еще и шансики появиться. Вот там ладья c1, какие-то шахи. Есть еще. Есть некоторые ресурсы. Менее стал уверенно играть Александр. Ой, ё-моё. Но у меня выбора нет. Выбора нет, друзья. Так, так. Король h2. Так, f4. Король f1. Так. Ладно, так. Так. Сюда, сюда. Да, поражение. Слон g4. Слон g4 выигрывает. И ферзь c4. Да. Ферзь c4 заканчивает. Да, здесь все. Да, здесь я проиграл. Признаю. Ну, в любой ход и все. И сдаюсь. Ладно, да. Поздравляю Александра с победой. Заслуженный. О, наконец-то. Эта партия лучше. А я, наоборот, играл плохо. Ну, наконец-то, ладно, друзья, человек. Ничего страшного. Всем спасибо Боже за поддержку, же. Бились. Да, не забываем ставить лайки, 331 лайк. Давайте, друзья, 350 лайков набьем. Также не забываем подписываться на канал, донат тоже приветствуется. После этого турнира состоится турнир еще в нашей группе, Жигалка Сергей and Friends. Да, пока на втором месте. Арауф Мамедов всех побеждает. Ахмат Бухарский, можно сказать, даешь остроумный, юмористический, наглорадостный и щедро донат. Ну, Арауф, судя по всему, не стримит. Да. Спасибо.